Добрый день, друзья! Вы услышали песенку Бетховена «Сурок» на инструменте классик-сафон и на инструменте блок-флейта. И сегодня мы с вами разучим на этих инструментах эту мелодию. Начинается с нотки «Ре». Вот так берется на инструменте классик-сафон нотка «Ре». Она ауфтакт. В этой мелодии два бемоля, поэтому у нас будет си бемоль вот так браться на инструменте классик-сафон. И мы начинаем с ауфтакта. Ре, соль, 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 ля, си бемоль, ля, соль, соль, ля, ля, си бемоль, ля, соль, ля, ре. Это была первая мелодия. Потом повторяется. Ре, соль, 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 ля, си бемоль, ля, соль, соль, ля, ля, ре, ре, соль. Это первая часть. И дальше мы повторяем ауфтакт, но уже будет не восьмая, а две шестнадцатые, довольно быстро. Соль, ля, си бемоль, до, до, ре. Вот мы берем с этим мизинчиком. Ре, ре. Потом мы играем до, до, си бемоль, ля, соль, си бемоль, ля, соль, ля. И снова ауфтакт. Соль, ля, си бемоль, до, до, ре, ре, до, до, си бемоль, ля, соль, соль, ля, соль. Соль. Вот такие ноты были на инструменте классик-сафон, а теперь на блок-флейте. И тут уже будет си бемоль, вот мы берем вот так, да, вот так мы берем си бемоль. И ноты те же самые. Ре, соль, 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 ля, си бемоль, ля, соль. Соль, ля, ля, си бемоль, ля, соль, ля, ре. Берем дыхание. Ре, соль, 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 ля, си бемоль, ля, соль, соль, ля, ля, ре, ре, соль. Теперь вторая часть пошла. Соль, ля, си бемоль, до. Вот так берется до. Ре, убираем большой палец. Ре, до, до, си бемоль, ля, соль, си бемоль, ля, соль, ля. Берем дыхание. Соль, ля, си бемоль, до, до, ре, ре, до, до. Си бемоль, ля, соль, ля, си бемоль, ля, соль. И мы не забываем, что в этой песенке размер 6 восьмых, поэтому мы считаем раз, два, три, раз, два, три. Начинается у нас ауфтакт, нотка восьмая, ре, потом соль будет четверть, соль восьмая, соль четверть, соль восьмая. Как мы считаем, раз, раз, два, три, раз, два, три, вот так это звучит. И тоже повторяется. Кому сегодня было интересно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы, ваши темы. У меня молодой канал, мне интересно будет узнавать от вас ваши успехи. Кое-кто уже занимается у меня, смотрит мои видео на канале, занимается на классик-сафон, занимается на блок-флейте. Пожалуйста, пишите ваши результаты, ваши успехи, и я буду вам подсказывать, как еще больше овладеть этими инструментами. Они очень интересны, и я учу на разных инструментах, на кларнете, на саксофоне. Вы можете потом перейти с этого инструмента на кларнет и на саксофон, но это уже другая тема в моих следующих видео. С вами был Александр Винокуров, ваш преподаватель по духовым инструментам.